Женя, ну все уже настолько привыкли, что вы выигрываете все золото, что в этот раз произошло, на ваш взгляд? Ну, я скажу, что не так плохо мы выступали, мы выиграли и командные борьбу золота, и выиграли две медали золотые. Но без проигрыша не бывает и побед, поэтому лучше сейчас это произойдет, чем на более уже крупных или на чемпионате мира, или на Олимпийских играх. Поэтому сейчас будем искать причины и уже работать. А вот эти ошибки, они следствие психологии или недоработки на тренировках, или, допустим, сложных элементов? Ну, это плюс и сложные элементы, и плюс внимание. Ну что тренеры вам сказали после выступления? Ну, мой тренер мне сказал то, что будем смотреть, искать причину, но она, в принципе, знала, что я работала в полную силу, всю подготовку перед чемпионатом Европы. Я прошла и, в принципе, работала прилично, мне все устраивалось, мне все нравилось. И она, в принципе, была уверена, что я выступлю стабильно, но так произошло. Главный тренер сказал, что, видимо, есть грязные хвосты. Надо искать себе недостатки. Знаете, я считаю, что, ну, конечно, главному тренеру виднее, но прежде всего психолог сам себе человек. Он сам себе пассажир Агаев и Мин. Вас просят срочно обратиться в стойке информации в зале вылета международной линии на третьем этаже. Я, в принципе, довольна двумя видами, недовольна, где я проиграла, в принципе, сделала грубую ошибку, потеря, и этим я недовольна. Хорошо, плохо или удовлетворительно? Ну, 50 на 50.